эфир информационная программа «Репортер» у студии Светлана Князева. Доброй раницы. На Гомельщине проанализовали эффективность работы со зворотами громадян. При этом основную увагу надали выкоренению фактов бюрократизму с боку как некоторых державных особ, так и в целом мясцовых органов улады. Что перешкаджает больше уважливо относиться до проблем конкретного человека, доведался Олег Сентюров. У вогуле система работы со зворотами громадян на Гомельщине наладжена довольно эффективно, причем размова не только о таких традиционных формах, как горячие телефонные линии. В Улоевском районе, например, створение мобильной информационной группы на чале с наместниками старшини и керовниками структурных подразделений, которые по несколько раз на месяц выезжают у населенные пункты. Плюс во всех районах в области працуют наглядальные комиссии, которые по час наведывания громадян непосредственно по месту жихарства вырешают значную количество проблем. Вельми эффективными оказались и прямые телефонные линии, которые проводят керовники выконавчих комитетов. Только в Гомельский облвыконкам поступило больше 830 звонков. У нас каждое четвертое обращение решено положительно. То есть фактически 25% – это те обращения, которые решаются положительно. Не надо забывать о том, что и ряд обращений ставится все-таки на длительный контроль. Да, это те вопросы, которые не решишь даже в течение месяца, да. Капитальные ремонты домов и замены где-то каких-то сетей. Разом с тем, казать об тем, что у работе со зворотами населенства нема недохопов, покуль так само нельга. Причем некоторые проблемы повторяются с года в год. Особные отказные особы настолько звыклися со своими высокими посадами, что нияк не жадают поглядеть на питание в очима остатних людей, навод коли повинны принимать меры отповедности с действующим законодавством. Сегодня служба «Одно окно» створена во всех районах Гомельской области. Але с больше 100 предупреждённых законом административных процедур тут реализуется максимум 60%. У тымлику по причине факту бюрократизма с боку особных керовников. Подчас проведения семинара работе службы «Одного окна» увогуле значная увага. Сдавалось бы, ничего складанного. Натиснув на компьютере несколько клавишов и вся информация собранная. Але на практике за несколько годов у регионах так и не створили одной информационной сетки. Есть питание и до деятельности официальных сайтов, которые часто настолько складанные, что найти необходимо информацию на их совсем непросто. Разом с тем, необходимо констатовать и той факт, что достаточно значная частка зворотов – это спроба выражить власные проблемы за кошт державы. Поэтому принятие отмовных решений в таких выпадках заявляется полностью обгрунтованным. Отсюль и головное потребование до державных служащих. С людьми необходимо не просто працевать, а и принимать компетентное решение. Бюрократизм – это не такое уж и плохое слово. Бюрократизм везде присутствует. И бюрократия – это какие-то правила строгие. Важно, чтобы не было перебора, чтобы эти правила не были излишними, чрезмерными, чтобы требования не были надуманными. Тогда все будет в порядке. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Зарогачева. Завтра в Беларуси протягнуть работу прямые телефонные линии. В нашем регионе на питание громадян будет отказывать старшиня Гомельского облвыконкама Владимир Андреевич Дворник. Номер телефона прямой линии 75 12 37. Звонки принимают с 9 до 12 годин. Параллельно прямую линию проведет старшиня Гомельского облвыконкама Петр Алексеевич Кириченко. Звернуться можно по номеру телефона 75 19 84. Як и завсёды по субботах принимать звороты громадян будут в районных администрациях и райвыконкамах. Кандидаты у президенты смогут звернуться до выборщиков на телеканале «Беларусь-1» с 14 по 25 вересня у самый рейтинговый вечерний час с 19 до 20 годин. Об этом заявила старшиня Центр выборкама Лидия Ярмошина по час посяджения, на яким разглядались питания подрыхтовки и проведения выборов. Что тычется радио вещания, кандидаты на посаду керовника державы смогут выступить по радио у период с 21 вересня по 2 кастрычника раницей с 6:10 до 7:10. При этом кандидат может выступать только особисто. Как поведомила Лидия Ярмошина, запланованы так само и теледебаты. Яны повинны отбыться 3 кастрычника. У них, до речи, максимум удел доверенных особ кандидатов. Удельник информационно-пропагандистской группы Гомельского городского выконавчего комитета на чале с наместником старшини гарвыканкама Оксаной Рудянок наведали центральную городскую детячую поликлинику. Яны ознайомились с ходом справ у этой установе аховы здоровья и встретились с ее працовным коллективом. Вероника Ворошилина с подробязностями.
Сустреча удельников информационно-пропагандистской группы Гомельского горвыканкама с працовным коллективом Центральной городской детской поликлиники проходила у традиционном формате. Присутных ознакомили с социально-экономичным развитием города над Сожем, у силу их профессийной накированности и с перспективами галины аховы здоровья. Так само потекавились проблемами и пропановами медработников и отказали на хвалюющие их пытания. Новый будинок Гомельской городской центральной детской поликлиники по улице Мазурова был открыт крыху меньше за 2 года тому. Сегодня установа отказывает самым сучасным потребованиям и обслуживает тысячи детей из прилеглых микрорайонов. Наша поликлиника обслуживает достаточно большое количество детского населения. Это более 18 тысяч на той территории, которая прилегает к нашему учреждению. Из этого количества больше 1000 детей до года и более 4000 детей с года до 4 лет. То есть тот возраст, который нуждается в более тщательном наблюдении со стороны медицинских работников. У структуры поликлиники 2 педиатричные отделения, а так само отделение медицинской реабилитации и физиотерапии, раннего вмешания и клиничная лаборатория, где проводится великий спектр разных исследований. У медустанови створены все умовы для своечасовой диагностики и лечения. Это позволяет добиваться значных поспехов у снижения колькости захворваний и формирования хроничных патологий у детей. Мы очень довольны самой поликлиникой, персоналом. Дело в том, что у нас есть с чем сравнивать. Мы уже имеем второго ребенка, поэтому появилась возможность недалеко от дома обслуживаться, получать грамотную консультацию специалистов, посещать вот и ЛФК, и различные другие процедуры. То есть полный комплекс услуг. Зараз у Гомельской городской центральной детской поликлиницы працует около 300 человек. Коли увеличивать филиалы, личба возрастает до 1500. Не глядя на это, проблема укомплектованности кадрами остается актуальной для установы. Полепшить ситуацию в ближайший час плануется за кошт молодых специалистов в узких специальностях. До речи, у поликлиницы все проблемные нюансы принято не откладывать на долгий термин. До прикладу, зараз тут активно взялись за пытание об оказании платных послуг, у тем лику тех, якие пропонуют сами клиенты медустановы. Желание молодых мам иметь личного врача-педиатра. Мы же рассматриваем этот вопрос для того, чтобы обеспечить такую услугу, как на платной основе, для того, чтобы за каждой семьей был закреплен доктор, который оказывает им круглосуточную помощь. Вакцинация – это такой вопрос на повестке дня актуальный. Мамы желают проводить активную вакцинацию. И, в общем-то, закупка платных вакцин – это тоже у нас на сегодняшний день вопрос номер один. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Ельску отбылося открытие реконструированного памятного знака Героя Советского Союза, Героя Словакии Яну Налепку. Житевый шлях отважного офицера тесно связан с Белорусским Полесьем. Он опынулся у Ельску в составе 101-го словацкого полка. Неузабаве установив связь с советскими партизанами и с группой офицеров и солдат, перешел на их бок. Подробности у корреспондента телеканала «Мазыр». Ян Налепка, его имя, у Ельску названная улица, его имя носит школьная пионерская дружина в городском краеведческом музее, ему присвечена экспозиция. Историю этого человека ведая напевно каждый жихар Ельска. Будучи начальником штаба 101-го словацкого полка, який воевал на боку фашистов, створил подпольную группу и в 1942 году перешел до белорусских партизанов. Ян Налепка загинул при вызволении города Оруч, Житомирской области в 1943 году. Ему присвоено звание Героя Советского Союза и национального героя Словакии. Конечно, капитан Налепка, он чрезвычайная историческая личность. Он же был молодым человеком, просто когда решил на этот очень-очень важный шаг в его жизни. И он организовал просто около 200 человек, которые перешли на сторону белорусских партизан. Такого, некоторые историки говорят, что такого просто в истории Второй мировой не было. Его не надо красить никакими идеологическими красками, просто настоящий герой. Мирослав Мойжета наведывал Ельский район в 2013 году. Тогда и познакомился с героичной историей своего земляка. А местные улады приняли решение об реконструкции памятного знака Яну Налепку, который находится на одноименной улице. И вот через 2 года черговая встреча, але уже на урочистом открытии памятного знака. Символично, что отбылось это у год 70-го юбилею Великой Перемоги. Так имя Яны Налепки и его подвиг стали основой для сябровских отношений помеж Словацкой республикой и Ельским районом Гомельщины. Илона Шавловская, Олег Фіцнер, телеканал «Мазыр», спеціально для телерадіокампанії «Гомель».
І до новинок спортивного життя региона. Сьогодні у Білорусі стартує хоккейний сезон. Традиційно відкриває гульнявий год Кубок Руслана Салея. Удел у турніри приймають два представники Гомельської області – хоккейний клуб «Гомель» і «Жлобинський металург». На першому етапі команди згуляють у різних подгрупах. Стальові «Вовки» перший матч Кубка країни проведуть на своїй пляцовці. У Жлобин приїде новичок екстраліги відкритого чемпіонату Білорусі по хоккею «Динамо Бобруйськ». Гомель відкриє турнір виязним поєдинком супроти хоккейного клубу Брест. Поболеть за свою команду у Гомельском ледовом палаце аматоры хоккею за областного центра смогут у ближайший понедельник 10 жнивня. У первом домашнем матче в огненной рысе сгуляют с хоккейным клубом «Витебск». На этом наш ранний выпуск завершенный. У студии працавала Светлана Князева. Доброго всем дня и до встречи у эфира.